Майли мат. Біз қызлаза манавызда. Осатта крем да жоқ еді. Қаш бойығанда жоқ еді. Кремні, крем чистотел и снежинка бар еді. Кремді. Маврай сауд неге жақтық? Кремді түбіне. Не жадыңыз? Кремні жақтық. Қаш бойығы дейді. Қалай етегіз көгізалық мұса? Көгізелік мен. Кайдар көгіз не жадыңыз? Не жад берейм? Давай спичку сюда. Крем сюда давай. А вот этот крем, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Тетя Ася хочет показать, как она раньше молодые были, когда молодыми. Мы, когда были молодые, все вот так мы делали. Крем помазали на какую-то... Красили брови себе, смотрите как. Вот так. Так, теперь вот что? Вот это сейчас будет краска. Как краска будет? Будет. А теперь давай что? Давай спичку. Спичку дать? Давай. Пожалуйста, вот вам спичка. Вот я сжигаю крем. Она получается, коптить краской получается. Мы брови красим на этой. Очень хорошо подходит. И 2-3 дня будет так. Кремом помазали. Вот так, так мы делали, когда тогда краска не было. Черной краска нету. И как это вы дома делали или везде на работу? Везде на работе, с работы идем, а делали. Это что получилось? Посмотрите. Вот крем, крем. Детский крем она у меня взяла. Посмотрите, что она сожгла. Вот здесь вот получилось. Теперь что нужно делать, тетя Ася? Теперь вот возьмем обратно спичку. Большую-большую с собой таскали мы в сумочке. Что вы таскали? Гвоздик таскали. Гвоздь большой? Да. Для чего? Да вот это, кудри делать. С гвоздем? Да. А как на поле вы гвозди как делали кудри с гвоздями? Ну там же спичкой зажигаем, там это трава. Курай? И курай, она же коптит тоже. Потом мы его вот так держим и делаем вот так кудри, кудри, ага, кудри. Сейчас я буду делать кудри, 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 кудри. Кудри. А, или же мы сначала покрасим брови. Что будем делать сначала? А, вы сказали, пальцем надо красить или как? Пальцем. Ага. Ой, правда черная. Так. Вау. Вау. Да у меня пальцы плотные, широкие. Ой, тетя Ась, какая вы красивая стали. Ой, потом мы делали это. Кудри. Большой-большой гвоздик. А подождите, давайте, как вы делали? Вот это наш костер. Да, на костер вот так держим. Подольше подержите. Да. А не сгорит ваша? Ничего не сгорит? Она там это... Волос не сгорит? Волос горит, конечно. У нас кудри получаются такие красивые. Потом мы крутим его. У нас волны, и все бывает так. Это как надо крутить? Вот так мы делали, вот так мы крутили. Мы так делали, крутили. У нас это волны все. Кудрявые были все девочки. Кудрявые, да? Девчата делали. И вечером... Шли на танцы. И вечером приходим домой, потом на танцу. У нас же машина едет на работу и с работы. Вот кудряшки получились на самом деле, посмотрите. Кудряшка получилась. Вот. Если у вас возможности было, можно вот так делать. Надо же, а. А вот вы сказали, что помазать надо наоборот, не по ходу, а надо против шерсти, да, вот красить? Вот так, вот а так. Почему? Так лучше будет. Если против шерсти, да? Да. Ой-ой-ой. А ну-ка, сейчас теперь мне самой. Где зеркало? Где зеркало? Вот зеркало. А ну-ка, посмотрите, понравилось вам? Красавица. Теперь мне. Вот так мы пользовались. Там пудра была. Я никогда не мазалась пудром. А так пользовался. Крем и... Надо ж. Красивые две бабули. Здравствуйте все.
Здравствуйте. Вот так. Тетя Аси, 82 года, да? Да. 82 года. Посмотрите, у нее такое личико, морщин нету. Мне 72 года, я вся морщинистая. Ну, я ко всему еще, знаете, за рулем я всегда щурюсь почему-то. Телевизор смотрю, щурюсь. Я вижу хорошо, но вот почему-то прищурю все время. Мне надо так смотреть. Компьютер работает тоже так. Может, поэтому не умею. Так, так мы жили. Так мы это жили. Красавицы кудрявые были. Все, да, были? Потом уже появился кудри, мудри. Всякие эти. Всякие. А сейчас деньги сдаете, делаете вот кудри себе. Делайте вот так. Дома делайте, да? Нечего ходить по мастерским. Мы открываем мастерскую для бабуль. Да. Так что приходите на Алиева 3. Тетя Ася и Байдымат будут вам наводить кудри, женщины дорогие, которым за 70. 70 и выше мы будем вам бровки красить, реснички красить, кудри наводить. Да, тетя Ася? Да, давайте. Спасибо вам, тетя Ася, за мастер-класс. На самом деле, вот бывает же безвыходное положение. Вот надо куда-то срочно, и бац, краски нету. Бац, закрыты там, да? Все заведения, мастерские. Да. Намазала и пошла. Как вот это здорово. Сделала, помазала кремом там капки. Чё она ты? Взяла вот на стенку, еще раз скажу, кто не видел, на стенку намазала вот кремом. Крем. Детский крем, так? Потом взяла, подожгла этот крем, он почернел. Видите? И покрасили. Спасибо большое, тетя Ася. Спотыкаюсь от радости. Ой, правда, красотка. Ой, вас не узнают. А кудряшки, на самом деле, посмотрите, какие кудряшки у нее получились. Ой, ну надо ж, а. Ну, я тетя Ася была кудрявая, если что. Спасибо вам большое. Какая вы умница, сколько вы всего знаете. Спасибо.